Моршанский шахматист Александр Чернышов впервые за последние годы одержал победу. Стал первым на чемпионате Тамбовской области по классическим шахматам среди мужчин. Да, ну сейчас я в творческом отпуске, вот как раз целеустремленно готовился к этому турниру, хотел показать результат, вроде как показал. Приехали со всей области, с Мичуринска, с Котовска, с Рассказово, соответственно, с Тамбова и с Моршанска. Участников около полусотни человек, возрастная категория до 84 лет. Стать чемпионом непросто, делится Александр, но у него все получилось. Ну, вы знаете, я все хотел как-то отгонять мысли, вот то, что вот я иду на первое место, но с каждым туром все было сложнее и сложнее, потому что все туры идут, а я все там на первом-втором месте, и все как-то сложно. И психологически меня это, конечно, сильно давило. И вот в седьмом туре я проиграл партию. То есть я знал, что у меня есть право на ошибку, я могу где-то расслабиться, и как-то это все, и вроде иду на первое место, осталось чуть-чуть, я там как-то рассчитывал, у меня всякие расчеты были, там в ничью сыграть, здесь в ничью сыграть, а я взял и проиграл. И все, знаете, как-то стало достаточно просто, это было просто выигрывать две партии, и все. То есть у меня не было права на ошибку, я играл целенаправленно на две победы. Где-то рисковал, и, в общем, все получилось. К чемпионату подошел серьезно, благо время позволило. Александр в творческом отпуске, готовится к магистратуре. Говоря сегодня о турнире, вспоминает самые простые и непростые партии. Самая такая тяжелая партия, наверное, была с Крюковым из Мичуринска. Она продолжалась, наверное, чуть более 4 часов, и закончился обоюдным цветнотом, то есть у меня было, не было времени, и у него не было времени. И нужно было очень точно сыграть, позиция была довольно-таки такая сложная, на нервах, и ну, выиграл, мне кажется, тот, у кого был ну, больше нервов. И, конечно, не без доли везения. Удача, конечно, в таких соревнованиях очень играет большую роль. То есть ты можешь очень хорошо и быть в хорошей форме, и хорошо играть, но если удачи тебе не хватает, ты, конечно, покажешь хороший результат, но не выиграешь. На этот раз удача моршанскому спортсмену улыбнулась. Плюс опыт, который, кстати, исчисляется 1,5 десятка лет. Шахматами Александр увлекся еще в начальной школе. Ну, потому что дома отца обыграл, и меня как-то сразу повели в шахматную школу, и в первый день я там опять же всех обыграл, как-то все пошло, мне понравилось. Мне нравилось заниматься шахматами, у меня просто было желание. Вот мне нравилось, вот у меня было 2 дня, помню, в детстве, в которые я вот приходил, занимался здесь, и для меня это были, ну, счастливые дни, недели. Когда не было шахмат, было неинтересно, когда были, мне вот интересно было просыпаться, я ждал всего этого момента. Не, я помню свою первую победу, когда пришел в клуб, я в первый же день всех обыграл, и меня остановил только непосредственно Сергей Викторович Белоглазов. Он там сел играть, и обыграл меня. Хотя я думаю, его тоже обыграю, но не получилось. Стремился к цели, добился. Кандидат в мастера спорта Чернышов – человек целеустремленный. Главная задача сегодня – магистратура. А шахматы – так это уже образ жизни, улыбается Александр. Ольга Усова, Андрей Щербаков, «Область новостей».